Всем привет, с вами Бродягин Александр. Я хочу рассказать о своем рационе питания, на котором я набрал 10 килограмм. Начнем с завтрака. Это у нас обычная овсянка, 70 грамм, 50 грамм изюма туда, ложка меда, яичница из 6 белков и 2 желтков. Это кусок хлеба домашний, печем без дрожжевой. Там 20 примерно грамм риса и 30 грамм авокадо. Какого риса? Сыра. И кофе из кофемашины нашей любимой Delonghi. Это не реклама. И 150 грамм молока. Вот это мой завтрак. Встретимся во время второго завтрака. Итак. Второй прием у нас это картошка примерно, сколько там, 150-200 грамм. Красное мясо. Сегодня у нас бедра, да и вообще эту неделю у нас бедра куриные. Так практически все 9 недель до этого у нас было красное мясо, говядина. Говядина было 150 грамм, здесь в районе 170-180 грамм бедер. Горький шоколад и чай. Это у нас второй завтрак. И кусок сливочного масла примерно 10 грамм туда. И овощи, по идее, нужны. Итак, третий прием. Это у нас макароны. Там у нас идет сыр 30 грамм, индейка 200 грамм. Потом чай и хлебец с арахисовой пастой ложкой. Там примерно грамм 15-20. Вот третий прием. Чай сказал. Итак, мне сделали сейчас массаж, выходной полным ходом. На прием, на четвертый, значит, у нас на ужин, это у нас арахисовая паста с хлебцем. Вообще, по идее, должен был быть зефир, но зефир предательски закончился, поэтому шоколад. 20, там, сколько, тут не 20 грамм, тут грамм 30. А рис 60 грамм и минтай 200 грамм. Еще овощи, сегодня, короче, без овощей. Итак, завершающий прием, пятый, это у нас фрукты, это апельсин, это яблоко и там киви. Также у нас идет 150 грамм творога, 20 грамм миндаля, 2 ложки меда я кидаю сейчас варенье и еще туда один банан. И 40 грамм овсяной каши, чуть-чуть молока, там грамм 150, наверное, и остальное водой. Вот это вот пятый прием получается. Вот и все. Вот и все мои приемы пищи, благодаря которым я набрал 10 килограмм. Практически 10, там, 9 с копейками. Так что берите на вооружение, вдруг тоже захотите так же питаться. Корректируйте по количеству еды сами. У всех звоните тренеру, пишите тренеру и консультируйтесь. Все. Видео закончилось. Я был рад всех вас видеть на своем канале. Подписывайтесь, станьте 1000 с лишним человеком, который подписался на мой канал. Ставь лайки, колокольчики. Радуй меня своими комментариями. И я надеюсь, увидимся в скором времени в новом видео. Все, я ем.